Анна Мельник – тренерка з легкої атлетики, кандидатка у майстри спорту, чемпіонка та призерка чемпіонатів України, рекордсменка Миколаївської області з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Доброе утро! Сегодня мы сделаем с вами комплекс упражнений, где будут работать у нас все группы мышц: спина, пресс, ножки, ягодицы, плечи и ручки. Первое упражнение у нас планка на ровных руках. Данное упражнение выполняем максимум 40 секунд. При этом у нас все абсолютно ровное. Голова – это продолжение нашей планочки, смотрит вперед. Поясничка у нас зафиксирована, попу мы не поднимаем вверх. Параллельно со спинкой и с ножкой. Упражнение эффективно тем, что у нас работают абсолютно все группы мышц, которые мы можем задействовать либо на одном, либо на втором тренажере. Ошибки в данном упражнении в том, что у нас поясница прогнута, что идет нагрузку, дает на позвоночник и на грудной отдел. Голова у нас смотрит высоко, должна идти параллельно со всем туловищем, потому что голова – продолжение планки. И поясничку немножко выше поднимаем. Упражнение номер два выполняем лежа на животе. Варианты из рук можно как прямо, также руки за спину или руки за шею. Вариант номер один. Ровные ручки, параллельно отрываем ручки и ножки, бедрышки от пола. Вариант номер два, когда ручки за спину. Вариант номер три, руки за голову. Упражнение должно выполняться полностью с ровной ножкой. Задача отрывать максимально высоко бедро. Так больше будет работать поясница и ягодица. Занимайтесь вместе с нами и до новых встреч!